blum путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Доброе утро, друзья! Это Радио Теос, передача по страницам Библии. 9 часов, сегодня 18 мая. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда этого выпуска. Два комментария интересных были к вчерашнему эфиру. На самом деле, больше было интересных комментариев. Я думаю, в конце мы еще почитаем и новые, и старые ваши письма. Но два комментария, которые я хотел бы просто сопоставить и положить рядом. Потому что, с одной стороны, они дают две разные точки зрения, а с другой стороны, они, как нельзя лучше подводят нас к сегодняшнему разговору по книге второзакония, пятая глава. Пишет Владимир: я слушаюсь Бога, чтобы не злить Его. Вот так Владимир пишет: я слушаюсь Бога, чтобы не злить Его. И пишет Сергей: причина послушания любовь к Богу причину послушания — любовь к Богу. Я хотел бы, на самом деле, развести два эти комментария, потому что а, они говорят немножко о разных вещах. У Владимира а, «я слушаюсь Бога, чтобы...» То есть цель — это, конечно, не причина, а цель. Владимир слушается Бога, чтобы его не злить. Предполагается, что если Владимир разозлит Бога, то Владимиру будет плохо. А с другой стороны, а, Сергей говорит о причине послушания это не зачем, а почему. Да? Почему я слушаюсь Бога? Потому что я его люблю. И еще были комментарии вчера на эту же тему. Писали о том, что причина послушания ⁇ это наше воспитание. То есть мы так воспитаны, воспитаны, чтобы слушаться Бога. Так вот интересно, что в каждом из этих комментариев есть доля правды. Когда я впервые увидел вчера комментарий Владимира, я так подумал, ничего себе. Значит, вот такой злой тиран Бог и Владимир его, а, вот чтобы не злить, слушается. А, если действительно, чтобы не злить, тогда это проблема. Если здесь все-таки не совсем точная формулировка, а, чтобы не прич... я слушаюсь Бога, чтобы не делать ему больно. Я слушаюсь Бога, чтобы не оскорблять его. Я слушаюсь Бога, чтобы, внимание это важно, чтобы не доставлять ему страданий. Вот если такая история, тогда это вполне нормальная цель для а, Божьего послушания. И вот тут мы подходим к важнейшей теме, которая помогает нам понять и Ветхий, и Новый Завет, и я думаю, что помогает нам понять самих себя. Я не хочу читать лекцию, поэтому задам просто пару вопросов. Здесь, скажите, Бог для вас кто? Вот если вы пытались бы нарисовать а, не Бога потому что Бога рисовать невозможно, Бога рисовать нельзя. А что-то такое, с чем у вас ассоциируется Бог. Вот как бы это выглядело. Это ваше представление о Боге. Для человека, который говорит, я боюсь а, раздражать Бога или я боюсь разозлить, точнее даже разозлить Бога, картинка будет а, такой гневливый, а, страшный. Бог, но... А страшное уважения. Знаете, есть такие начальники, но ну вот он орет и орет. Его не уважают, но понимают, что а, меры он принять может. Его боятся. Но этот страх разрушающий, этот страх уничижающий, этот а, страх не способствует росту человека. Если говорить о том, что есть ли страх перед таким начальником, да, есть. Вопрос, а зачем? Да, а к чему это? Так вот, если мы к Богу относимся вот так, то мы не, не поняли самого главного. А, и того, о чем говорит Сергей. Это послушание из любви. Я слушаюсь Бога, потому что люблю Его. И тут послушание как некая реакция. Да, вот я люблю Бога, и вот в этой любви я проявляю послушание. Поскольку я его люблю, потому что я его люблю, я проявляю ему послушание. Потому что я люблю, мне не все равно, что он говорит. Но, если бы этим все заканчивалось, было бы слишком просто. Дело в том, что когда мы говорим о любви, нам сразу возражают: а у меня нет любви к Богу. Вот я, говорит человек, и я неоднократно, как пастор, слышал такие возражения: Я не могу заставить себя, говорит человек, любить Бога. Так вот. Послушайте, что говорит Моисей в шестой главе книги Второзакония, начиная с 4 стиха. Послушайте, давайте задумаемся о том, что это значит. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей». Ну и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что пятый стих начинается с глагола, с глагола в повелительном наклонении. «И люби Господа Бога твоего». Что же получается? Моисею надо было напоминать Израилю, причем в повелительном наклонении, о любви к Богу? Да, надо. И более того… Даже Иисусу надо было делать ровно то же самое, когда его спросили о том, какова величайшая заповедь. Иисусу нужно было напоминать как о любви к Богу, так и о любви к ближнему. Вот когда, Сергей, вы говорите о том, что мы слушаемся Бога из любви. Это правильно, но и, и, и это даже точно, но это не до конца. Потому что Божья любовь, э, извините, потому что наша любовь к Богу это ответ на то, что Бог для нас делает. И еще наша любовь к Богу — это отчасти усилие воли. Только не кидайте меня тухлыми яйцами, хорошо? Я попытаюсь объяснить, что имею в виду и почему об этом говорю. О любви к Богу говорится не только в сослагательном, извините, в изъявительном наклонении. То есть вот я вот люблю Бога, да, я люблю тебя. А говорится и в повелительном наклонении. Ты люби Бога своего, возлюби Господа Бога своего, а Ему одному служи и так далее. Вот а, такой пример, который, я думаю, вам поможет в этом разобраться: это семейные отношения, семейная жизнь. Я говорю на примере здоровых семей: а они есть а, тех, у кого а, семьи нездоровые, я хочу на самом деле ободрить и сказать: что, во-первых, здоровые семьи бывают. И, во-вторых, у вас, у каждого из нас есть шанс. Потому что больные семьи тоже становятся здоровыми, когда Господь работает в них. Так вот, в здоровой семье человек не может всегда сказать, мы летаем на крыльях любви друг к другу. Ни один муж не может признаться, если он честен, что каждое утро на протяжении многих-многих лет семейной жизни – он просыпался с одной мыслью мыслью: Господи, как же я люблю свою милую, дорогую, любимую жену, и засыпал с той же самой мыслью. Кстати, для равноправия, для равенства, ни одна жена не может признаться в том же. Вот эта любовь, она есть, но она не всегда такая пылкая, она не всегда такая страстная. Порой каждый из нас проходил через этап, когда нужно просто встать перед Господом и сказать: Господи, Ты дал нас друг другу! Ты соединил нас. Господи, это Твое дело, это Твоя рука. Я люблю этого человека. Я люблю мою жену, я люблю моего мужа. Я прошу Тебя, Господи, мне несовершенному дай силы любить ее несовершенную. Или мне несовершенной его несовершенного. Ты, Господи, дай силы. И вот тут в это включается определенное усилие воли и совершенно конкретное действие Божьего Духа. Божья сила. И происходит удивительная вещь. Вот приходит любовь, приходит и радость, приходит и восторг, приходит это понимание, что то, что тебе Господь дал, это лучшее для тебя. Вот понимаете, не для кого-то другого, а для тебя. И тогда начинаешь понимать, что же такое любовь к Богу. Израиль многое получил от Бога. Господь дал Израилю немало благословений. Но при этом были у Израиля моменты, когда любовь действительно требовала определенного действия воли, усилия воли на эти моменты. И относится, к этим моментам относится шестая глава. Интересно, что шестая глава идет после той главы, которую мы с вами сегодня будем читать. А в пятой главе, внимание, смотрите, какая штука. В пятой главе, и мы сегодня об этом будем говорить, повторение воспроизведения закона Моисеева. И вот израильтянин, нормальный такой мужичок-израильтянин, услышав этот закон, мог сказать, слушайте, я что-то вообще не понимаю. Помните, как говорили ученики Иисуса, если такова обязанность мужу по отношению к жене, так лучше вообще не жениться. И вот израильтянин мог сказать, я что-то вообще не понимаю. Вот как так жить? Другим народом живется проще. И тут в шестой главе. И люби Господа Бога твоего, да? В какой-то момент это будет усилие воли, но этот момент кончается. Если только усилие воли, если из года в год это вот напряжение, тогда что-то не то изначально. Я не о вечном напряжении, я о другом говорю. Я говорю о том, что когда-то а, бывает истины и то отчасти то, что сказал Владимир, а, но ну, хотя не, не совсем в такой формулировке тоже, да. Но тогда начинает действовать воля начинает действовать Божья сила. И мы возрастаем в любви. И потом мы переходим на следующий уровень, если хотите, на следующий шаг, следующий шаг делаем. И говорим, как же это здорово. Господи, как ты велик. И он ведет нас, и мы слушаемся его, мы подчиняемся ему из любви, из того восторга, который у нас есть, есть перед ним, и из того понимания, что он действительно очень и очень много делал, сделал и продолжает делать для каждого из нас. Вот так вот эти вещи сочетаются. Понимаете, какая штука? Просто усилие воли, типа ты обязан, ты должен. Оно на самом деле рано или поздно человека ранит, а потом оно его просто изнуряет. Когда сегодня мы начинаем говорить людям, христианин обязан делать то-то, христианин должен делать так-то. Еще когда, мы, еще когда мы об этом говорим неверующим людям, у которых нет этой самой силы Божией, мы просто губим их. Они пытаются жить, как будто они Божьи люди, но силы Божьей нет, Дух Божий не действует. С другой стороны, когда мы говорим, слушай, ты люби, а все остальное приложится, тогда мы тоже многое не, не учитываем. В одной из э, передач во втором завтраке э, на этой неделе ведущая спросила гостю зачем ходить в церковь, можно ли, почему нельзя, собственно, любить в душ, верить в душе. Я вот верю в душе, зачем мне ходить в церковь. Гостья хорошо ответил на вопрос, а мне вспомнился ответ отца Дмитрия, Дмитрия Смирнова, который, кстати, будет у нас в радиогостиной в следующую среду. Дмитрий Смирнов сказал так, ну, хотите любить Бога в душе? А почему вам не попробовать просто, без, просто никуда не ходить, просто вот верить в душе и все? Да, верить, не любить Бога. Хотите верить в душе? Хорошо. Раз хотите верить в душе, давайте попробуйте есть в душе, пить в душе, жениться или замуж выходить в душе, работать в душе, зарплату вот, э, получать тоже в душе, ну и повышение зарплаты ровно там же. Вы понимаете, что получается абсолютный абсурд. Вот израильтяне все это должны были увидеть. Это урок богословия, урок практической жизни, который Бог им преподает там в пустыне. Вот зачем закон повторяется. И вот зачем после повторения закона в пятой главе, в шестой главе мы читаем о любви к Богу и о том, чтобы передать это детям. Книга второзакония у нас с вами сегодня. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Radio Teos, через наши страницы в соцсетях. Это наши официальные группы по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, и другие группы, где идет трансляция этой передачи. Сегодня у нас не так много времени останется на чтение ваших комментариев, но я обещаю, что мы прочитаем сегодня, ну, может быть, несколько, которые прежде всего под руку попадутся, скажем так. Вот. А в понедельник почитаем все остальное. Поэтому, друзья, заходите сюда, заходите на эти наши библейские встречи. И в понедельник тоже. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность, даешь нам силу любить Тебя. Да, когда-то это бывает усилие воли, но потом мы понимаем, как это здорово. Мы понимаем, как Ты велик, и как Ты прекрасен, и как здорово иметь общение с Тобою. Да будет слава Тебе, Господь и Бог наш. Прибудь с нами и храни нас рукой Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Библия. Священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже двух тысячелетий влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед. По страницам Библии. Привет, дорогие друзья! Это передача по страницам Библии, микрофон Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 281 раз, и мы подходим к новому разделу книги Второзакония. А в первых четырех главах этой книги Моисей вспоминал путешествие израильского народа в пустыне. Вот самые главные моменты и духовный смысл этих моментов. Тут нужно понять, что на самом деле, конечно, речь идет не столько о путешествиях, сколько о том, как Бог вел израильский народ и как соотносится послушание или непослушание израильского народа с Божьим водительством. Ну а теперь, начиная с пятой главы, Моисей будет вспоминать и повторять для израильтян закон. Кто-то скажет, что это повтор исхода 20 глава, 10 заповедей. Да, конечно, повтор, но с одним важным акцентом – Дело в том, что в 20 главе книги «Исход» закон был дан людям, которые еще ничего не видели в этой жизни, кроме рабства. Они вышли из Египта, они идут дальше. И вы помните вот этот восторженный возглас израильтян? Мы все будем исполнять. Теперь Бог говорит ко второму поколению. И первое поколение не вошло в обетованную землю – Именно потому, что не исполнила. Сейчас закон повторяется для тех людей, которые уже имеют определенное представление о преградах, стоящих на их пути. Более того, они уже имеют некое представление и о своей греховности. Я вспоминаю свои семинарские годы. Вот у меня были похожие некоторые предметы на первом курсе и на четвертом курсе. Я помню, как я относился к этим предметам на первом курсе. Да, все понятно, все очевидно, даже как-то слишком легко. А вот на четвертом курсе для нас повторили некоторые из моментов, которые раньше уже нам преподавали. И воспринималось все это совершенно по-другому. Ну потому что теперь восприятие было окрашено ну, четырьмя годами обучения в семинарии, ну или тремя. К тому моменту. Итак, каковы же эти акценты в книге «Второзаконие», пятая глава? Начнем читать. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши твои, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Три шага. Слушать, выучить, исполнять. Вы помните вера от слышания, а слышание от Слова Божия? Это ведь не в Новом Завете появилось. Это так и здесь. Сначала слушать. И слушать для того, кстати говоря, чтобы узнать. Израильтяне, второе поколение израильтян, могли не знать всех постановлений и всех законов. И Моисей изрекает их буквально в уши Израиля, для того, чтобы Израиль знал. Дальше следующий шаг ⁇ выучить, или это слово можно переводить как хранить, буквально как Давид пишет в одном из псалмов, что закон хранил в сердце своем. И, наконец, исполнять, быть послушными закону. В этих шагах задействованы голова и сердце и руки. И главное, конечно же, исполнять. Мы слушаем, мы воспринимаем, мы узнаем, это голова, мы принимаем, соглашаемся, это сердце, мы исполняем, это наши руки, наши конкретные действия. Я в прошлый раз уже начал говорить о том, что многие сегодня отрицают закон в принципе. Однако у закона есть совершенно конкретные функции. Бог дал закон как фары для машины, фары, которые светят вперед. Бог дал закон как указание на будущее. В послании к Галатам, 2 глава, 16 стих. Мы читаем, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. 16 стих – это отрицание, то, для чего закон не предназначен. Не для оправдания, конечно же. Но для чего же закон? Об этом мы читаем в послании Галатам, 3 глава, 19 и следующие стихи. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления. Теперь очень важный момент здесь. До времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Закон дан до определенного времени. Будет момент, когда закон будет не нужен. Закон дан по определенной причине. И эта причина – развращение и грех человеческий. Закон в этом плане похож на некое зеркало. Да-да, вот знакомьтесь, зеркало, в котором отражаетесь вы. Это зеркало Божьей праведности, зеркало его требований зеркало его взглядов на эту жизнь. И когда мы видим себя в этом зеркале святого Бога, мы понимаем, что с отражением что-то не то. Возникает желание пенять на зеркало. Но помните замечательную эту поговорку «Нечего на зеркало пенять, если рожа кривая». Если закон кажется слишком суровым, то проблема, конечно, не в законе. Проблема в нас – 24 стих. Это опять у нас 3 глава послания к Галатам. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Еще одна важная функция закона – это детоводитель. Буквально тот, кто вводит детей в школу. Это школа Христа. То есть закон как бы говорит ребенку, да, ты виновен, да, ты нарушитель, я покажу тебе, что будет дальше, и я покажу тебе выход. И этот выход в Иисусе Христе. Закон благ, он открывает сердце Бога и показывает, насколько я не дотягиваюсь сегодня до этой великой Божьей планки, до Божьей славы. Не отрицайте закон. Я здесь не для того, чтобы отрицать закон. Я здесь для того, чтобы показать, что у закона есть свое применение. Закон указывает на Христа. Этот закон в повторном изложении для второго поколения израильтян начинается с заповедей, которые касаются характера Бога. Интересно, что именно эти заповеди чаще всего нарушались и чаще всего будут нарушаться. Второй стих. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Очень важная история здесь. Закон был дан израильтянам, когда они уже вышли из Египта. И Моисей как бы перебрасывает мостик. Он говорит о том, что э, да, конечно, вы не были при Хариве, да, вы не были там, но завет этот относится и к вам. Это не только к тому поколению, это и к вам тоже. Идем дальше. «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа». Ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал. И тут повтор того, что говорилось раньше. Кстати, есть еще одна деталь. Я не уже упоминал, но я понимаю, что не все имеют возможность слушать каждую передачу. Конечно, кто-то из этих людей, которые сейчас слушают Моисея, были среди иудеев тогда. Потому что в землю не должен был войти ни один человек, которому больше 40 лет. Вот это поколение, которое погибло в пустыне. А люди, которым меньше 40 лет? Да, очевидно, кто-то из них, а многие из них были тогда еще детьми. То есть это не значит, что никто из них не присутствовал тогда. Но сейчас Моисей повторяет эту заповедь для них. И вот начинаются слова закона. И, как я уже сказал, сначала закон о Божьем месте, о Божьем величии. Шестой стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Первые заповеди, которые мы находим здесь, это заповеди о величии Божьем именно эти заповеди нарушались. Кстати, первые люди, которые таким образом грешили против Бога, не были атеистами. Про атеизм тогда никто даже не слышал. Израильтяне жили в Египте и видели поклонение самым разным божествам. Про атеистов или про людей, которые говорят «нет Бога», скажет Давид. Это будет существенно позже, уже около тысячного года до Рождества Христова. Те же люди, о которых мы говорим здесь, были политеистами. Это другая крайность. Для атеистов Бога нет ни одного, для политеистов богов много или даже очень много. Они не могли отрицать существование Бога, но вместо этого они множили богов. Дальше даются заповеди о служении Богу. Вот, собственно говоря, все, что говорится об идолопоклонстве, это про служение Богу и про ложное служение. Многие говорят, да я же не поклоняюсь идолам, это уж точно не про меня. Друзья, все, что встает между вами и Богом, оказывается идолом. Работа может быть идолом. Служение может быть идолом. Даже семья может быть идолом, если она встает между нами и Богом. Я знаю, что моя жена любит Бога больше, чем меня. И вот это здорово, это замечательно. Если было бы наоборот, то я бы забеспокоился. Потому что именно любовь к Богу помогает ей любить меня. Если бы она любила меня больше, чем Бога, она бы видела все мои недостатки. И разочаровывалась. А так она видит мои недостатки еще больше. Но не разочаровывается, потому что любовь к Богу у нее больше, чем любовь ко мне. По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Дальше заповеди, которые необычайно современны. 11 и следующие стихи. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твой без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. Это не только про то, что мы говорим о Боге. Например, ей-богу, когда ничего не имеем в виду подобного. Или там человек может сказать Богом клянусь Господом Богом на самом деле он обманывает не только про это, это еще и про ругательство. Задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Порою слово Господи это обращение к Господу да, в звательном падеже, Господи, Господь используется как ругательство человек даже не думает о Боге. Он просто выражает свою эмоцию, эмоцию негативную. Сатана использует эти великие слова, великое имя Божие, для того, чтобы исказить его и наделить его другим смыслом. Вот это и есть нарушение третьей заповеди. Об этом мы с вами сейчас и говорим. Еще один момент. В русском языке многие матерные слова связаны с заповедью Божией. Помните, Бог в свое время сказал «плодитесь и умножайтесь». Так вот, многие слова бранные, самые грязные, самые мерзкие слова русского языка оскверняют именно это Божие благословение. Бог благословил нас, мы же пытаемся смешать это благословение с грязью и при этом упоминаем имя Божие в суе. Еще один момент. Многие русские ругательства включают в себя упоминание матери. Тут сразу несколько особенностей и несколько акцентов нужно сделать. С одной стороны, это то, что я уже говорил. Бог благословил человека, сказав, плодитесь, размножайтесь. И через мать, через женщину Бог дает жизнь, посылает эту жизнь. С другой стороны, есть образ, и для русского человека этот образ действительно велик. Это образ Матери Божией. Так вот, смотрите, что делает Сатана. Он берет все эти образы и пачкает их, извращает, искажает их. Будете идти по улице? Обратите внимание, только ненадолго, как люди... Искажают вот эти образы. Кстати, чем дальше, тем больше. Раньше я приводил такой пример. Иду из дома. Недалеко от дома стройка. Достаточно пройти мимо стройки и услышишь все в кавычках многообразие русского языка. Сейчас стройка около дома закончилась. Ничего там не услышишь. Зато недалеко от работы есть учебное заведение. И вот вечером, когда идешь с работы, порой услышишь разговоры студентов этого самого учебного заведения. Я вас уверяю, они не намного отличаются от разговоров строителей, о которых я говорил еще несколько лет назад. А теперь подходим к первой позитивной заповеди. Дело в том, что все остальные заповеди до сих пор были со словом «не». Это были отрицания. Идем дальше. 12 стих. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела». Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, которые у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя и осел твой, как и ты. И помни, вот здесь важный момент, помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцей высокую. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его. Два основания для субботы. Первое основание относится ко всякому человеку. Оно заключается в том, что сам Бог творил эту землю, творил этот мир за шесть дней. И мы об этом уже говорили. Но здесь появляется еще одно основание, и касается оно израильтян. Кстати, появляется оно впервые еще в книге «Исход», 31 глава. И заключается это основание вот в чем. Бог говорит, в Египте вы работали каждый день. Но я, Бог, вывел вас из Египта. Я освободил вас. Таким образом, суббота указывает на особое отношение между израильтянами и Богом. Когда сегодня начинают говорить об исполнении заповеди субботы, мы можем сослаться вот на эти же две вещи. Первое основание ⁇ шесть дней Бог творит мир, на седьмой день отдыхает, и это основание относится ко всем. И второе основание ⁇ это особое отношение между Богом и человеком. К нам, христианам, разумеется, это основание также относится. И поэтому хотя в Новом Завете эта заповедь не повторяется, Иисус повторяет все заповеди, кроме заповеди о субботе, особый день для христианина также существует. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы этот день в нашей жизни происходил в воскресенье. Суббота не имеет для христианина такой силы и такой важности. Воскресенье же – это день, когда мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа – вот смысл ровно в том же, в чем он был для Ветхозаветных иудеев. Но само исполнение заповеди действительно меняется для того чтобы мы могли быть верны Духу закона, а не только Его букве. И дальше следующие заповеди говорят о долге долге перед Богом и долге перед людьми. Кстати, 16 стих: Почитай Отца Твоего и Матерь Твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Я думаю, что а, все-таки эта заповедь скорее указывает на отношения с Богом. Почему? Потому что почтение к родителям становится первым шагом на пути к нормальным, правильным отношениям с Богом. Дети, которые не умеют почитать родителей, они не научены этому. Имеют серьезные проблемы также в отношениях с Богом. Они не почитают родителей, они не готовы почитать также и Бога. Идем дальше, 17 стих ⁇ Не убивай ⁇ Тут очень важная история, потому что часто эту заповедь цитируют для того, чтобы показать, что в принципе один человек не имеет права взять жизнь другого человека. Но в том же Ветхом Завете Бог неоднократно приказывает израильтянам истреблять целые народы. Более того, ни Иоанн Креститель, ни Иисус уже в Новом Завете не говорили военным, что им нужно бросить оружие. В данном случае не убивай обозначает личное, осознанное, продуманное убийство. То есть я, как человек, как индивидуум, по своему решению, обдуманно решил забрать жизнь другого человека. Вот это нарушение заповеди. Если солдат на войне берет в руки оружие, это не является нарушением заповеди. Да, война может быть справедливой, а может быть несправедливой. В конце концов, те люди, которые ведут эту войну, ответят за себя. Но бывают ситуации в этой жизни, когда человек действительно берет жизнь другого человека, но не по своему решению, не по своему усмотрению, а потому что он должен это сделать, исходя из той работы, которая у него есть. Кстати, я считаю совершенно допустимой смертную казнь. Я понимаю, что во многих странах, в том числе и в России, Смертной казни сегодня не существует. Я даже понимаю, почему. Дело в том, что люди по своей греховной природе начнут и начинают на самом деле использовать смертную казнь не так, как ее предусмотрел Бог. Именно поэтому ради ограничения вот этой греховной природы, наверное, есть смысл и отменять смертную казнь. Однако в Божьем понимании смертная казнь имеет место. Так что же, человек, который приводит смертную казнь в исполнение, он что, убийца, что ли? Нет, конечно. Заповедь «не убивай» не следует понимать как абсолютный пацифизм. Действительно существуют в этой жизни ситуации, когда скорее справедливые слова апостола Павла о том, что слуга государства не напрасно носит меч. Нельзя об этом забывать. 18 стих. Не прелюбодействуй. Это заповедь, которая говорит об отношениях между мужчиной и женщиной. Интересно, что эта заповедь сегодня нарушается очень-очень часто. И нашим детям вбивают в сознание мысли о том, что эту заповедь можно нарушать. Но Бог говорит совершенно четко. Не прелюбодействуй. Всякие близкие отношения вне брака собственно говоря, являются прелюбодеянием. И эта заповедь связана со следующей. Не кради. А мы порой говорим, ну, я ничего не крал, да, я не вор. Но давайте задумаемся о времени другого человека, о силах другого человека. Давайте задумаемся о внимании другого человека. Берем ли мы себе или пытаемся ли мы взять себе что-то такое, что нам не принадлежит? Если да, то эта заповедь к нам и относится. Не кради. 20 стих ⁇ Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего ⁇ То есть не лжа, свидетельствуй. Наличие ложного свидетельства разрушает смысл всякого свидетельства. Смысл свидетельства заключается в том, чтобы ему можно было верить. Если человек свидетельствует, то есть дает показания при свидетелях, то ему можно верить. Ложное свидетельство подрывает саму основу этого доверия. И, наконец, последнее из заповедей – «Не желай». Не желай того, что принадлежит другому, а не тебе. Это желание еще не воплотилось в воровство, например. Но само желание уже разрушительно. И вот очень важно помнить: Израиль попал в рассеяние, потому что не соблюдал эти заповеди. 27 стих. Приступи ты и слушай все, что скажет Тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить Тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. Так говорили в свое время израильтяне Моисею. Они не исполнили. 29 стих говорит о причинах, почему они не исполнили. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Проблема израильтян заключалась в их сердце. Израиль не мог исполнить заповедь, даже при том, что для Израиля были созданы особые условия, условия особого благоприятствования. Израильский народ был грешным, как и любой другой народ. Закон, подобно зеркалу, показывает нам нашу сущность. И становится понятным, что нам нужно умыться. И есть только один способ. Через жертву, через смерть, через кровь Иисуса Христа. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора Богословия Джона Вернона Макги. Много вопросов от вас, друзья. Я сейчас выделю вопросы, которые, в принципе, в, одной, в, одной, в одном направлении об одном и том же. Вы спрашиваете, но разными словами по-разному подходите к этому. И есть несколько очень глубоких вопросов, которые я все-таки оставлю на понедельничный наш эфир. Поэтому, если не услышите ответа на свой, то, пожалуйста, слушайте нас в понедельник. Я думаю, там ответ будет. Тут комментарии типа танты работают и рядом типа, а вы кто, к какой конфессии, какой деноминации вы относитесь, вы пастыри, принимали ли вы крещение и так далее. Вот начнем с этих вопросов, потому что это очень важно. И комментарии по поводу э, того, э, на чем основаны эти передачи. И, собственно говоря, совпадает мнение ведущих передач с мнением... Э, ну, короче говоря, опять это к теме о том, вы кто. Вот сейчас последние несколько минут я хотел бы вот эти самую, эту тему разобрать, потому что ну, мы периодически это делаем но приходят разные люди и эти разные люди у разных людей возникают на самом деле одни и те же вопросы вот и на эти вопросы конечно надо отвечать вы кто Здесь на Радио Теос работают представители самых разных христианских конфессий. В наших эфирах есть и евангельские христиане, протестанты, есть и православные. Что касается меня, как ведущего этих передач, я евангельский христианин, я посещаю баптистскую церковь и проповедую в нескольких разных баптистских церквях, потому что ну, приглашают активно приглашают участвовать в в проповеди. И член, разумеется, мы с, с семьей, с моей, да, вот, мы с женой, Я, члены церкви баптистской. Я не буду сейчас ее называть, просто не, чтобы не делать рекламу конкретной по местной церкви, о конкретной общине, ну, потому что это было бы неуместно здесь, в этой передаче. Что же касается исповеданий и того, что хорошо сектанты работают и прочее, знаете, что я не люблю само слово сектант, дело в том, что оно предполагает некий раскол, некое расслоение передачи по страницам Библии. Делается для того, чтобы люди разных конфессий, разных деноминаций люди, у которых даже в их вере могут быть по несущественным, скажем так, поводам различия, так вот, чтобы такие люди могли вместе читать и изучать Священное Писание. Теперь я понимаю, что каждый из нас может после этой передачи, после передачи этого цикла, сказать о том, что вот в его церкви, в его конфессии какие-то места священного писания понимаются по-другому. И это совершенно нормальная история. Наша задача здесь, вот зачем мы делаем то, что мы делаем, наша задача здесь в том, чтобы вы заинтересовались чтением священного писания, Скажу даже больше, открою маленький секрет. Наша задача в том, чтобы выработать у каждого из слушателей э, привычку чтения Священного Писания. Э, как, ну, вот мы же не забываем, позавтракать или пообедать. Некоторые, правда, забывают. Э, но большинство все-таки нет. Так вот, чтобы у нас с вами была привычка, выра, выработанная привычка читать и понимать и разбираться в Священном Писании. Теперь э, вопрос, который задает Владислав. Дело в том, что в конце да и в начале. Наших записных передач говорится о том, что эти передачи подготовлены по материалам Джона Вернона Маги. Это доктор богословия, человек, который был одним из интереснейших радиопроповедников середи... второй половины 20 века в Соединенных Штатах, Амер... Штатах Америки. Он давно уже с Господом, но вот в разных странах мира его материалы используются, потому что он сделал вот эту интереснейшую работу чтение Библии с начала до конца. И спрашивают вот о чем. Ваше мнение соответствует мнению и вот то, что вы выражаете, да, это, это мнение ваше или мнение Джона Верна Маги конкретно по поводу вопроса о смертной казни. А, все то, что вы слышите в 26 или там, 30 минутках наших, вот предзаписанный материал, а, это прежде всего материал Джона Верна Маги, но я с чистым сердцем и с чистой совестью делаю эти передачи делают материалы, потому что да, по всем основным моментам, и я подчеркну это по всем основным моментам, мое мнение, конечно, совпадает с тем, что выражается здесь. Что касается сложного вопроса, мы еще к нему придем. Вопрос о смертной казни. Смысл заключается вот в чем: смертная казнь а, возможно в теократии, но в ней, возника... с ней возникают проблемы когда мы видим греховную природу человека. Хотел бы я, чтобы в нашей стране была смертная казнь? Нет, конечно, потому что это не теократия. Считаю ли я в Божьем плане? В Божьем плане, еще раз, смертную казнь приемлемой? Да. Я уверен, что эти ответы совершенно нормально сочетаются друг с другом. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шавкун. Александр Анисимов, передача по страницам Библии. Всего доброго, до хранит каждого из нас. Бог.